видеокары работают в самых разных ситуациях. Нет проигранных битв, нет нарушенных клятв. Он уверенно мчит за собою свой верный отряд. А хип-хоп вы тоже сейчас можете исполнить? Ну? Да, могу. Ну? Какие-то непонятные роли, ведь я давно везде сменила пароли. Я превратила железо в шелка, ведь я давно уже не чувствую боли. Здравствуйте. 29 июля этим летом в Юрмале происходил очень представительный турнир. И одной из фишечек этого турнира была так называемая восьмерка, когда 8 участников по боксу скрещивают перчатки в ринге, и по олимпийской системе кто проигрывает, тот выбывает, а следующий идет в финал, то есть полуфинал и финал. То есть, чтобы выиграть восьмерку, нужно выиграть 3 боя подряд. Формулы боя 3 по 3, 3 раунда по 3 минуты. Но сейчас мы видим в синем углу представителя Лиги профессионального бокса Литвы Андрея Чепура. Андрей Чепур, это его третий профессиональный бой по боксу. Соперник у него очень опытный, по-моему, Андрей Логинов. Он имеет более 70 боев по боксу, из которых более 50 выиграл. С нашим, по-моему, бился с Евгением Подскевичем. Выиграл у него, по-моему, насколько я помню, по баллам, по очкам. И вот Андрей после большого перерыва, он жил в Англии несколько лет и не занимался серьезно ни боксом, ни кикбоксом. Он вообще достаточно опытный боксер по кикбоксу. Вот. И вот он сейчас пробует свои силы по боксу. Ему сейчас интересна карьера профессионального боксера. Ну, посмотрим, как у него сложится первый бой. Ну что, в первом бою мы видим, что Андрей, насколько я знаю, вышел с небольшими травмами. У него ушиб межреберной мышцы, вот поэтому он не может нормально бить левой рукой. Прямой удар. Пытается немножко размашисто работать. А Логинов держит дистанцию. Вот видите, левой ручкой, как язычком кобра, так касается, чтобы ударить правой. Андрей размашисто немножко бьет левыми на подскоке. Ну, неплохая тактика, очень опасные действия в боях, но встречу правые удары идут. Тут, кто говорится, первый попадет, тот может лечь. Да, Андрею не хватает немножко расслабленности, это заметно. Логинов гораздо более опытный, в десятки раз более опытный. Но Андрей, смотрю, оказывает достойное сопротивление, поддавливает немножко, поджимает. Вот. Правый, левый пытается работать, но Логинов чувствует дистанцию, красиво уходит. Угу. Пробует снизу ударить, сбоку, слева. Андрей неплохо закрывается. Ну, чувствуется по первым секундам. Немножко опыта не хватает, ему не хватает опыта. Ну вот опять у него правый, левый, боковой. Такая единственная двойка, которую он пока использует. Вот хорошо перекрывает. Вот сейчас хорошо правый попадает Логинов. Молодец, Андрей. Вот Логинов кидает удары снизу, сверху. Андрей неплохо перемещается, закрывается неплохо. Логинов действует в стиле боксера-любителя, легкий, расслабленный такой. Но двигается немножко меньше, чем любитель. Все-таки уже, видимо, выбрал себе профессиональную карьеру. И вот видите, подходит спокойненько, не торопясь. Пробует левый прямой, правый снизу. Правый прямой аккуратно касается и чувствует, ищет бреши. Ищет дырочки в обороне Андрея, чтобы туда зарядить посильнее. Ну, насколько я знаю, это тактика профессиональных боксеров. Андрей немножко кидается без разведки, без пробы с правым боковым. Конечно, ему это не получается с таким опытным соперником. Ага, джебует. Логинов джебует, легенько касается левый. Андрей опять пытается в левый попасть, не получается пока. Опять на легком джебе. Правый сбоку размашисто проводит, Логинов не получается, засовывает двоечку внутрь обороны Андрея, но не сильно. Да, Андрею еще нужно много работать, это заметно, нужно расслабиться, нужно почувствовать ринг, почувствовать публику, расслабиться, почувствовать левый боковой опасный, Андрей бьет, но промахивается. Опять левый боковой опасный, но опять промахивается, трудно попасть опытному боксеру, он достаточно расслабленный, неплохо корпусом работает Логинов.
Вот опять правый прямой в живот и левый сбоку. Не удается, Андрей, эти удары не удаются. Раунд закончен. Ага, вот смотрим, секунданты работают над Андреем. Жарко, жарко на пляже, на Юрмальском пляже. Нужно полить его водичкой. Вот, вытереть немножечко. Ну ничего, ничего, неплохо работает, неплохо. Для начала неплохо работает. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Ага, второй раунд идет. Второй раунд идет. Опять идет попытка обмена ударов. Логинов подбирается, подбирается. Левый показывает. Продолжается бой, продолжается. Сейчас думаю, наверное, Логинов будет прессинговать. Снизу бьет. Джеб по животу сбоку, снизу. Опять по животу. И судья остановит. Ну, я считаю, правильно. Достаточно. Конечно, Андрей мог еще постоять, но смысла в этом уже не было большого. Неплохо. Для дебюта неплохо. Я считаю, подрался. Для дебюта неплохо. Ну вот, секунданты работают над ним. Сейчас руку поднимет, как я понял, Андрею Логинову. Победа техническим нокаутом. 52 секунды, 1 минута, 2